6 апреля ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин представил Набережно-Челнинскому институту их нового директора Георгия Катиева. Как отмечает сам Катиев, на сегодняшний день его основополагающая цель – сделать подразделение вуза образовательным центром притяжения по инженерно-техническому профилю подготовки. Безусловно, это будет толчком и для научной работы, и для учебного процесса. Ну и, наверное, я как ректор только могу ему пожелать удачной, слаженной работы в этом коллективе. Ну а вас прошу поддерживать его. Основное – это быть в единой команде. Это вот самое главное. Тогда можно решать все вопросы. Руководитель в единой команде – это равный среди равных, которому коллектив оказал доверие, вот, который, как говорится, основной своей задачей видит – это здоровье коллектива. Георгий Катиев закончил Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности инженер-разработчик гусеничных и колесных машин, а после 20 лет проработал там на должности заведующего кафедры колесной машины. Новый директор института прославился своей активной научной деятельностью. Им было выпущено более 250 научных работ в области проектирования. Человек он энергичный, задачи, еще раз говорю, стоят у нас амбициозные, и, безусловно, выполню вместе с вами. Для того, чтобы Набережно-Челнинский институт стал одним из первых в стране по качеству образования, Георгий Катиев считает, что наибольшее внимание стоит уделить переосмыслению нынешних учебных материалов. Этого можно добиться только если идти в ногу со временем, использовать цифровые технологии в учебном процессе. Новый директор уверен, что когда выпускники института будут готовы к работе в условиях цифровой экономики, они станут самыми востребованными на рынке труда. Алина Сафина, медиацентр Набережно-Челнинского института, Универньюз.